Привет, друзья, с вами Растафари. Как вы, наверное, знаете, а может быть и не знаете, в Black Desert питомцев можно скрещивать. На эту тему у меня даже был гайд. Так вот, суть в том, что до этого кот у меня был 3-го грейда с неплохими абилками. И недавно при соединении серверов еще завезли моего кота с другого сервера. Недолго думая, я решил их скрестить, чтобы получить что-то интересное, а в итоге получил кота 2-го грейда. Но что же делать, пришлось покупать с аукциона нового кота, чтобы скрестить с ним. Чем-то мне он напомнил парочку интернет-мемов. Его добавили недавно, и вот что высшего при скрещивании с ним, ну, смотрите сами. Отец. Ну ты видел? Видел? Лично я надеюсь, что такую жуть в итоге не завезут на ру сервера. Друзья, а что думаете вы насчет вот этого кота, если его можно так назвать? Обязательно пишите ваше мнение в комментариях. Интересные и полезные видеогайды по игре и другие видео вы сможете посмотреть, кликнув на аннотации на экране или же открыв ссылки в описании к видео. С вами, как всегда, был Растафари. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте и ставьте лайки. Удачи и увидимся на просторах Black Desert, друзья!